двери. Затем следующего на прием – Дотти. Нет больше никого. В коридоре пусто. Очень хорошо, что наши зверушки не болеют. И мы с тобой можем пораньше идти домой. Мне кажется, еще рано. Может быть, еще кто-нибудь и придет. Дотти, ты знаешь, сейчас очень модно открывать куколок Лол. А что это за куколки Лол такие? Такие интересные шарики-сюрпризы. Большие шарики состоят из 7 слоев. Маленькие шарики из 5 слоев. Это сестрички. Интересно, я ни разу не слышала о таких. Дотти, ты постоянно на работе. Конечно, ты не могла слышать об этом. Я же приготовилась открывать этих куколок Лол дома. Раз у нас с тобой нет ни одного посетителя, мы можем открывать их с тобой вместе. Отлично! Неси скорее своих куколок Лол. Дотти, я принесла 2 больших шарика. Один для вас, один для меня. И маленьких сестричек тоже 2. Одна сестричка для вас, вторая для меня. Куколка Лол из 2 серии. Первая подсказочка. Сердечко и золотой слиток в 24 карата. Вкладыш, как всегда. Такие симпатяшечки. Даже на картинках нарисованы очень красивые куколки. И написано: «Тебе любопытно?» Первый пакетик. Замечательная голубенькая бутылочка с золотой крышечкой. Золотые сапожки. Ух ты! Какое нарядненькое платьечко у нашей куколки. Прелесть! Смотрим на вкладыш и попытаемся догадаться, кто же это может быть в золотых сапожках. А в золотых сапожках у нас может быть вот эта куколка. Самая редкая. Не может быть. Скорее распечатываем. И действительно, нам попалась очень редкая куколка с голубыми глазками, золотыми волосами, с звездочками в глазах. Извините, я еще не одета. Я прошу вас подождать 5 минут. Видите, в платьечке я намного симпатичней. Приятно с вами познакомиться. Я куколка Люкс. Самая редкая куколка из коллекции. А в другом пакетике были вот такие замечательные очки в форме сердечек. И оправа тоже золотая. На вкладыше очки не нарисованы. Эти очки такие огромные, но я в них прекрасно себя чувствую. Куколка Лол вся золотая. Действительно, на подсказке было написано, что 24 карата золота. Волосы у нее золотые, очки тоже в золотой оправе, платьечко с золотой юбочкой и золотые сапожки. Да, я золотая девочка. Я самая редкая куколка Лол из всей коллекции. Вы видите, у меня даже золотые блестящие тени на веках. Люкс, я тебе могу сказать точно, ты самая красивая куколка Лол. Спасибо, мне очень приятно это слышать. И шарик у нашей куколки тоже золотой. Хелли, спасибо тебе. Мне так нравится открывать этих куколок. Столько много пакетиков. И никогда не знаешь, кто тебе попадется. Мне тоже очень-очень нравится смотреть, когда распечатывают этих куколок. Теперь мне очень любопытно посмотреть, что в маленьком шарике. Сестрички у нас тоже из 2 серии. Подсказка, учебники и часы. А здесь сразу подсказочка, то наша малышка будет менять цвет. Кроха говорит: не останавливайся. Ух ты, какая ты хитрюшка.
Один глазик закрыт, второй открыт. И волосики розовенькие. Ай, сумочка с часиками. И тоже золотая. Мобильный телефон, на котором установлен будильник. Алло, алло. Я поставила будильник на 8 часов. Можешь не волноваться, Оксана. Я не опоздаю. В 9 часов мы с тобой договаривались, встречаемся на детской площадке. И на вкладыше написано, что это Lil Pops. Начнем, как обычно, с большого шарика. Первая подсказочка. Какая-то бабулька грустная и домик. Написано, что это старая школа. Мягенькая розовенькая бутылочка с черненькой крышечкой. Розовые ботиночки, комплектик, черненькие шортики и розовая с черненьким блузочка. Вкладыш мы уже смотреть не будем. Куколка наша. Ручки-ножки двигаются. И сердечко на ножке. Давай-ка быстренько одеваться. Извините, я быстро. На вкладыше написано, что это Pink Baby. Pink – это значит розовая. Розовая девочка? Да, я розовая девочка. У меня замечательная розовая блузочка. И розовые ботиночки. Маленькая сосочка. Держи свою соску, Pink Baby. Эта соска не для меня, это для моей младшей сестрички. Но пока ее не распечатали, соска будет у меня, чтобы не потерялась. Давайте распечатывать последний шарик. Вдруг там будет моя сестричка. И нарисована маленькая такая розовенькая малышка. Может быть, нам как раз ее сестричка и попалась. Сейчас посмотрим. Первая подсказка. Бриллиант и две девочки. Сразу у маленьких куколок нарисовано, что они будут делать. Розовый шарик. Нет, нам досталась не сестричка нашей Pink Baby. Смотрим на вкладыш. И похоже, нам досталась вот эта куколка. Lil It Baby. Симпатяшечка, плавочка в горошек. Ух ты! Это красивая шляпка для моей старшей сестрички. Я думаю, твоей сестричке очень понравится такая элегантная шляпка. Мне тоже кажется, что ей понравится. Что-то есть еще в этом пакетике. Замечательное хрустальное ожерелье. Посмотрите, как мне идет это ожерелье. Берем две тарелочки. В одну налили теплую воду, в другую заморозили лед. Сейчас посмотрим, меняет ли наша крошка цвет. Опускаем сначала в воду со льдом. Да, на глазках как будто серенькие очки. И трусики меняют цвет. Опускаем в теплую воду. В теплой водичке трусики стали более светлые. Попробуем еще раз. От льда у нас на глазках появляются вот такие серые очки. И плавочки становятся более черными. Опускаем в теплую воду. А в теплой водичке у нас посветлели плавочки и на глазках нет никаких очков. Возьмем другую малышку розовенькую, опустим ледяную воду. Волосики у нас становятся ярко-розовыми. А на плавочках появился вот такой замечательный белый цветочек. И плавочки тоже стали розовенькие. Опускаем в теплую воду. А в теплой водичке
у нас посветлели волосы, и цветочка сзади почти не видно. Проверим наших больших куколок. Не думала, конечно, что они меняют цвет, но попробуем в холодной воде и в теплой воде. Куколка не меняет цвет. Наберем водички. Посмотрим, что она умеет делать. Она у нас плюется. Посмотрим, что умеет делать вторая куколка. У нее такое очаровательное сердечко на ножке. Может быть, оно меняет цвет. Давайте попробуем ее замочить в холодную воду. В ледяной воде на нашей большой куколке на спине появляется разбитое сердце с крылышками. Опускаем в теплую воду. А в теплой воде все исчезло. Возьмем бутылочку и напоим нашу малышку водичкой. Что ты умеешь делать, маленькая? Ты тоже плюешься. Хейли, спасибо тебе за то, что ты меня познакомила с куколками Лол. А давай мы с тобой и завтра еще распечатаем куколки Лол. Ребята, надеюсь, и вам нравится распечатывать куколки Лол. Если да, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал Бабушкины сказки, чтобы не пропустить следующее видео. В следующем видео мы опять будем открывать куколки Лол. Всем пока!